В чем заключается работа скотника? График работы сутки двое. С утра у нас дойка. Дойка у нас начинается в 7 и где-то до 11. После дойки убираем рабочее место. Далее двигаем корма. Пододвигаем на столе. Затем у нас обед. Едим. Минут 20-25. Далее мелкие дела. Это разнести соль по группам. Мытье стен, возможно. Мытье поилок. В 2 у нас начинается снова чистка. Вот забыл указать, утром она у нас с 6 до 7 чистка. И с 2 до 3, либо с 3 до 4, если мы заняты. Вот. Далее снова у нас мелкие работы, посыпание проходов, ну, так по мелочи. Это, кстати, станок для стрижки копыт. Ну, с 4 до 7 у нас такие вот мелкие работы. В это время, да, движение кормов снова у нас. В 7 вечера снова дойка до 11, до 9:30. Снова убирание рабочего места, мытье стен, движение кормов и дальше наблюдение. То есть смотрим отелы, обход территории и движение кормов в 12, в 2, в 4 и 5:30. График у нас сутки двое, 3000 рублей смена.